Южная Корея запретила проведение ICO в стране. Как сообщает CryptoCoins News, это решение южнокорейская служба Финнадзора приняла во время встречи целевой группы по вопросам криптовалют в Сеуле. Цель запрета – защитить инвесторов от мошенничества. Согласно сайту, местные издания не могут прийти к единому мнению. Так, в News One утверждают, что Финнадзор запрещает все типы ICO в Корее. А в Джунганг уверяют, что запрет распространяется только на ICO, запущенные корейскими стартапами. В любом случае, Корея считалась одним из рынков, который выигрывает от запрета Китая на эту зарождающуюся модель финансирования. Теперь может пострадать и цена на эфириум.